Всем привет, друзья! Томат План 9 из открытого космоса. Вот такой вот очень интересный томат. Он очень популярный. Разрекламировали его все. Вот и я вырастил этот томат на своей грядке. Семена получил очень поздно, уже в середине мая. Посеял тоже в середине мая. И уже вдогонку высадил в конце огорода. Его не подвязывал, не посынковал. Просто чтобы собрать семена. Потому что мне прислал коллекционер из Германии всего лишь 5 семечек. Этот томат можно было купить на Украине. Он уже во многих коллекционеров есть в наличии. Но мне прислали, я думаю, посажу и уже соберу семена. 100 грамм помидорчики, это без подвязки, такой вес этих томатиков. Ну и я посадил его вдогонку, чтобы собрать свои семена. Получил урожай, не сильно много, ну, наверное, с 5 кустиков будет мне на продажу, хватит семян. И попробовать, распробовать, увидеть, какой у него потенциал. Ну, что я хочу сказать, сорт очень разрекламированный, но его, я скажу, разрекламировали зря, да, он красивый, вот такие вот полоски шикарные, красивые, вот такая вот мякоть, ну, по вкусу он так себе, и урожай у него тоже не очень, без посынковки, ну, я соберу семена, посажу, попробую с подвязкой, как он будет на следующий год, поэтому ожидайте новый обзор уже красивого куста на следующий год. Ну, в этом году вот так. То, что получилось. Я же говорю, посадил, чтобы собрать с него семена. Сорт красивый, среднеспелый по срокам созревания. По вкусу с кислиночкой. Кто любит томаты с кислинкой, можете смело такой сорт себе приобретать. Заходите в описание под видео на мой сайт, есть там ссылочка, и можно купить семена этого сорта. Я соберу, и он будет в продаже. Ну а расскажите мне, если вы выращивали его с подвязочкой, какой у вас урожай, какой вес, потому что у меня без подвязки 100 грамм плодики и поменьше. Какой у вас он с подвязкой? Мне важно и интересно знать. А также, возможно, у вас он получился ранним или среднеспелый, тоже это все укажите. Если вам нравится такой сорт, поставьте лайк под видео, подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Впереди много обзоров интересных сортов. Всем пока, до новых встреч!